В Орловско-Курском регионе Московской железной дороги более 40% работающих специалисты в возрасте до 35 лет. Для развития молодежных инициатив в компании ОАО РЖД реализуется программа, которая позволяет молодым специалистам проявить себя не только в профессиональной сфере, но и в общественной. В целом в компании есть ряд программ, такие как там кадровый резерв, золотое звено. Еще ряд программ, где наши специалисты молодые представляют свои проекты. На внеочередном совместном заседании молодежного актива Орловско-Курского региона МЖД и Совета ветеранов подвели итоги работы в первом полугодии и наметили планы совместной работы на ближайшую перспективу. Молодежный совет региона принимает активное участие в различных мероприятиях. Мы организовываем велопробеги, такие как был организован к 9 мая в честь Дня Победы. Посещаем детские сады, занимаемся там с детьми. Посещаем также ветеранов и активно работаем вместе с советом ветеранов, перенимаем свой у них опыт. Для специалистов РЖД социальная ответственность – не пустые слова. Они инициируют экологические акции, принимают активное участие в профилактических мероприятиях, организовывают концерты и адресную помощь интернатам и детским домам. На встречах с детьми молодые активисты и ветераны рассказывают о работе железной дороги. Совет ветеранов Орловского региона работает в тесном сотрудничестве с молодежью, с советом молодежи, работающими на наших железнодорожных предприятиях. Мы проводим с ними встречи. Профессиональное становление, развитие и поддержка молодых специалистов на Московской железной дороге в зоне особого внимания. Проводимая широкомасштабная работа позволяет железнодорожникам с уверенностью смотреть в будущее. Светлана Бабарыкина, Арсений Куликов, телеканал «Первый областной».